Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и мы продолжаем наше прохождение 20 минут до рассвета. Давайте пройдем за Скарлет. Каждый третий выстрел запускает огненную волну, поджигая врагов и нанося им 3 единицы урона в секунду. Давайте вооружим ее огнеметом. Тьма 15. Погнали на тыквенный патч. Неплохо. Давайте еще морозить. Поджигать и морозить. Морозить и поджигать. Нам важно взять перегруз. Для этого нам надо взять Маэстро Молнии и Файбол. Двойной выстрел. Неплохо, неплохо. Призраки пришли. Будут портить кровь. Ловкость рук, так, перезарядка. Есть маг воздуха. Дайте маг воздух. Раздувать огонь надо. Поджигатель. Отлично. Надеюсь, огонь стакается. Потому что если не стакается, то, конечно, это все бестолковейший выбор. Электровыстрел. Уже мы приближаемся к перегрузу. Электрожук. Надо хреначить молнии побольше. Похрену, насколько сильно. Главное, чтобы сам факт удара молнии был. Давайте еще свирепым взглядом смотреть на врагов. А где этот босс-то? Или кто там, элита? Тут, как я понял, сундуки дают за элиту, а вот эти вот пентаграммы за босса. Вот дрень-то какая, щит сожрал. Если стакать, он уже должен был давно двинуть коня.
Так, чем порадуешь? За поджог врага Скарлетт получает плюс 10 к скорости перезарядки. Баф сбрасывается после перезарядки. Ловкость рук. Отлично. Но перезарядка-то супер мощная должна быть. Перезарядка, подзарядка. Так, сейчас динозавр придет. Сейчас мы вам покажем. Что такое подзарядка. Так, стрелять за спину. Давайте стрелять за спину. Ну, неплохо. А то тут любят подкрадываться сзади. Уродца. Так, ну где динозавр? Походи, падла, это рос. Усиление огня. Вот это нам нужно. Блять, вот это неприятно было. Он что, и щит, и сердечко сожрал? А топка не треснет? Говноед. Ну ты жаришься. Вообще на изи. Стихии, конечно. Давай еще круговой обстрел. А, как всегда, шарики пускать. Против этого ничего не работает. Ну это беспроигрышный, конечно, вариант для противника. Просто пускай шарики. И побольше. Порча. Будем портить. Ну какого хрена ты по нему не стреляешь? Твою матрицу. Самый опасный противник с шариком там стоит. Сняли щит, суки. Маэстро молний. В скрип уже дали огненный шар. Столько огня не видно ни хрена. Как заказывал огненный шар. Все, теперь синергию, пожалуйста.
Дайте косу. Блин, опять. Вот только дадут что-нибудь. Щит там или сердечко. Сразу отбирают. Радиус подбора давайте. Скоро 20 уровень, скоро улучшим. Наш огнемет. А вот и перегруз. Давай, 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 молния. Вообще-то что-то не так впечатляет, как хотелось. Так, метеор. Пламенная пушка стреляет гораздо медленнее, но имеет 30 базового урона. Урон от ожогов увеличивается за счет бонусов к урону от пуль. Интересно. Так, разгон. Пламенная пушка быстро восстанавливает боезапас, если вы не израсходовали все патроны. Пламенная пушка перезаряжается гораздо медленнее, когда запас ниже 75% от максимального. Наносит в 2 раза больше урона ожога. Каждый третий убитый враг оставляет горящую землю. Давайте это. Пусть будет выжженная земля у нас. О, неплохо. Здесь все горит просто. Ну, подходите, подходите. Ну, это прикольно. Ну, слабаки-то уж точно сгорают. Смотри, учись. Сейчас мы тут все соберем. Сколько тут левелапов? Восстанавливающий огонь. Давайте возьмем. Мало ли что, какой шарик прилетит. Подзарядка. Шанс восполнить. Давайте. Но вот это горение непонятно, есть там материалы, нет, вообще ни хера не поймешь теперь. Но радиус подбора у меня хороший. Раздвоение. Отлично. Все, ведьмы сейчас придут. А вот и ведьмы. Ну подходите, тут огонек уже готов. Ну, кажется, их не особо впечатляет. Кажется, их совсем не впечатляет это. Перезарядка. Так, радиус подбора, скорость бега. Ну, давайте радиус подбора. Радиус подбора, скорость бега. Нет, бегать нам не надо. Темп стрельбы. Темп стрельбы. А бегать, скорее всего, придется. Блин, щит сожрал опять.
А немного шариков-то. Не, ну это все-таки беспроигрышный вариант. В любой непонятной ситуации просто хренать шарики. И он не сгорел до сих пор. Как так? Так, в два раза чаще. Так, а где восстановление через поджог? Каждый раз, когда там что-то есть шанс. Ну где? А вот восстановление. Не обманули ты, подумал. Исцеляющий огонь. Не, ну если мы так с боссом будем удохаться, конечно, печальная история. Барабанная дробь. Поджог врагов длится вдвое дольше. Да нахрен мне это надо, лучше бы он наносил нормально урона. Какая-то шляпа. Почти все. Сердца тут только не восстановили. Не, ну если бы шариков не было, то в принципе нормально. Глаз буря. Ну, в принципе, комфортно. Чё глаз буря будет? Хреначит. Магическое зрение. Эффекты попадания снарядов. Вот хорошо. Будем еще взглядом тогда морозить и поджигать. Так, перезарядка, урон после перезарядки. Скорость снаряда. Давайте скорость снаряда. Магазин маловат. О, щит восстановился. Генератор. Снайпер. Всеоружие. Давайте перезарядкой магазин.
Ну как, вот херня морозит? То есть ты так-то он сдохнуть должен. Там по 1%, если вот херня морозит, там просто охереть. Дядь, ну ты там горишь. Что с тобой? Клоун какой. Все, со всеми разобрались. Так, электро. Молния на ближайших врагов. Отлично, том ветра. Давайте вот это электро. Урон от снаряда-то мне вообще не нужен. У меня только поджог. Ну все, сейчас молния начнет хренать. Да. Все, ух ты, вот это да, псы какие взрывы. Вот это да. Видишь, это сразу закипел. Урон от снарядов минус 25, урон от горения плюс 2 трети. Не, офигенная тема. Не, ну просто прочищает. Жалко, раньше у нас такой штуки не было. Чуть ускорим перезарядку. Снайпер. Давайте темп стрельбы здесь. Насчет рикошета я не знаю, есть тут рикошет. Ну темп стрельбы нормальный. Мини-обойма. Давайте. Радиус подбора. И все, сейчас никого, я думаю, не видите, уже никого не будет. Только тыквы и ведьма. А, ну вот еще чуваки с шариками. Но тоже милости просим. Сейчас-то мы намного сильнее. Темп стрельбы, скорость снаряда. Псы как прочищает, но... Что морозить? Еще осколки. Сколько придет, столько погибнет. Thank you.
Давайте сердечко возьмем. Так, а вообще, что это мне так зашло-то? Это вот том молний. Том молний и перегруз. Взрыв. Крутая тема. Раскол. И еще раскол. Вот вообще замечательно. Ну что, приятно удивили Скарлетт с огнеметом. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.